18 сентября региональная армянская национально-культурная автономия Краснодарского края провела награждение выпускников 2021 года, закончивших школу золотой медалью. Данное мероприятие проходит впервые, и местом его проведения был выбран культурно-просветительский центр имени Аванеса Туманяна. После вступительной речи нового председателя Краснодарской городской армянской национально-культурной автономии Арушаняна Сергея Георгиевича, слова напутствия и поощрения за тягу к знаниям и усердный труд новоиспеченным студентам также высказали настоятель церкви святых Саака и Месропа Тер Даниэл Кукуян, председатель региональной армянской автономии Минасян Артем Сергеевич и директор культурно-просветительского центра Карапетян Еразик Ливоновна. Золотых медалистов поздравили с достижением, пожелали дальнейших успехов и вручили на память статуэтки от творческого объединения «Вернисаж истории», ручки и блокноты, которые пригодятся им в дальнейшей учебе, а также экземпляр удивительного по своему масштабу труда – энциклопедии «Армяне при Черноморье». Становитесь хорошими специалистами и приходите к нам. В свою очередь, выпускники высказали благодарность за поздравления и рассказали о своих планах на будущее. Я очень рада, что данное мероприятие имело место быть, и что я застала его, когда оно только зародилось. Надеюсь, это будет хорошей традицией. И в следующем году придут еще новые ребята. Я благодарю вас всех за организацию сегодняшнего мероприятия. Мне очень приятно, что вы помните о медалистах. Насколько мне известно, это мероприятие проводится впервые, поэтому мне очень приятно было сегодня у вас находиться. Хотим поблагодарить в первую очередь наших детей, конечно, за хорошую учебу. Все они поступили в учебное заведение для продолжения своего обучения. Хотим поблагодарить родителей, которые воспитали таких замечательных детей, да, и занимаются воспитанием. Вы наша гордость и будущее.